Я думаю, что рисовать мечтал научиться каждый. А нарисовать за 5 минут, по-моему, эта мечта осуществима. Сегодня я вам хочу показать, как нарисовать пейзаж, причем зимний, за окном зима, за 5 минут. Для этого мы с вами берем лист бумаги, подумаем, как его расположить, вертикально или горизонтально. Впрочем, можно его даже снять. За окном идет белый пушистый снег, и хочется поиграть в снежки. Поэтому я запущу этим снежком, а у меня полетит ответный. Можно еще... Вот у меня сколько снятых листочков бумаги. Вы скажете, как можно рисовать на мятом листочке бумаги? Давайте попробуем. Для этого мы аккуратно раскладываем лист. И придумываем в голове несложный пейзаж. Пейзаж от французского слова «изображение живой натуры». И мы с вами познакомимся с жанром изобразительного искусства. Итак, я даже кисточку для начала не возьму, а попробую нарисовать этим смятым кусочком бумаги. Накладываю краску. И при помощи тампонирования наношу на мятый лист. Обратите внимание, какой интересной фактуры получается наш рисунок. You always in your phone. I feel like you do me wrong. You always in your phone. I feel like you do me wrong. You always in your phone. I feel like you do me wrong. You always in your phone. I feel like you do me wrong. Show me your best ball, but you be out in your best cause. You be all on my nerves, but your love is the best. But you already do more, but I want you to say less. Chick chick, boom, too many ballers. You be, doom, too many wanna. You're soon, soon, you're a challenge. I feel like you do me wrong.